Нет, что, никто не знает. Сегодня у нас 18 сентября 2017 года. С его Корчина мы приехали. Там в ведре надо будет нащупать. Фотоаппарат лежит. Вот. Давай, брат. Там откройка сразу. Добрый день. Ой, чуть не упал. Подожди, мне ведра надо взять. Это мы приехали к Павлу Лапкину, младшему брату Игнатию Ивановичу. Ну и вот сестра Валентина тоже. Вон она идет. Снимай, забирай все еще. Вот мой его домик. Ну застегни. Так, Валя, застегни, говорю, вырони. Ты показывай, где огород-то, пошли. Пойдем, пойдем. Положи, я застегну тебе замком. Я уберу, Валя. Пошли. А? А то идет. Доброе утро, Дмитрий. Они торчат. Так, все взяли, заперли машину. Видишь, какой все, приготовим. Ну да. Никогда ни в коем случае нельзя. Это наше дело общее, мы будем тут еще мелочиться. Дело не мелочок. Ни под каким видом. Зеленый цвет дают. Ну, ты не думаешь, слишком примитивно. Да. Он найдет, я трубы продам. Все будет рассчитаться, поэтому говори сумму, я ее выкладываю. Так, нам скорее там, место там, надо, мы стоим. Он сказал, я сделаю. Показывай работу, где? Сейчас это. У меня все сидело. Три лопаты всего-то, ну. Что говорит? Мы вилы принесли. У нас вилы. Ну вот он хозяин, спрашивай. Он не слышит, ему громче надо. Показывай, работа где? Что, давайте. Бери вилы. Как вы будете ходить? Пошли. О, такой шикарный петух. Я еще сумку не дал себе. Там закрыто же? Выезжай. Я еще два вида принесу. Сумка вон, у Романа. Показывай, где? Так, ага, Лена. Да, я дрова. Ага. Нет, он не поедет. Да, нет, а ты долго будешь там, нет? Ах ты, беда, ну вот сейчас ему надо позвонить тогда. Ай, да Лена, езжай, ну же. Не знаю, где зайти. Давай сюда. Ой-ой-ой, это такое. Вот одна лопата есть, я еще вторую сейчас поищу. А у нас двое вил. Мы двое вил взяли. Копать. А, ну все тогда. Ага. Ну, да. Все. Так а Никита-то где? Пасет. Коров пасет. Я вам обещал 350 давайте, рублей молимся. В день. Валя, на молитву. Ну, Господи, благослови нас. Начать и окончить эту работу. И вразумей Павла, избави его от болезни, от пьянства. Не дай погибнуть его душе. И наше пребывание здесь да будет во славу Твоего святого имени. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все. А только два ведра, да? Приступаем. Так, вилы давайте. Сейчас, Валя, еще два принесу. Ну так давай побыстрее. Пойдем, показывай, я сама возьму.
Лена оттуда начинает. Сразу выбирайте, как у нас положено. А потом сразу будем собирать и уносить. Но у него картошка должна быть хорошая, ботва-то какая. Смотри, какая. У него картошка лучше нашей. Копаем, да? Первая картошка обновил. Вроде далеко. Ближе попадается. А только это. Так Володя возьмет. Вам придется выбирать. Смотрите, что. Вот эти вот берите, отковыриваете и картошку выделили, как делают, выковыривать дальше. Между рядками. Покажет вам. Между рядками. То есть с этого сюда и с этого сюда, в серединку. Все. Складывай. Покажи ему, как картошку с двух сторон зачем в одно место складывать. Вот так, да, Вова. А потом будем подбирать. А ботву отдельно куда-нибудь? А ботву, палочка для того, чтобы выковыривать из ямки, которую еще не вытащили вилами. То есть немножко раз ковырнули там внутри ямки. Если нету, дальше. Это здорово. Я такую вещь никогда не видел. Тут у нас картошка. Покажи, пройди, покажи все в огороде. Что там есть? Какие тыквы? Это капуста. Кукуруза. Кукуруза. Початочки. Посмотрим, что она созрела, хотя у него или нет. Вон початок. Ага. Вон она, види. На одном стебле два початка. Ну-ка давай. Трудящийся достоин пропитания. Нас пускай не осуждают за это. Сейчас мы поглядим. Что он тут? Трудяга. Ага. Как она, королева полей-то, смотри. Не зря Никита Сергеевич привещал. Во! Гляди. Початочек как положено. Так, а этот что? Какие у нее волосинки-то, гляди. Угу. Видишь как? Украшена какая, волосатая. Ну что, вот ладонь, видишь, больше ладони. Так, что дальше? А тут кто-то уже ее жевал. Вон она, наверху съедена. Угу. Ну вот, видишь, попробовали. Она молочная еще. Вон. Вкусная, хорошая. Все. Увидали. Так, дышим. Начинаем. Знаешь, что он сказал? Что? Ты можешь у Славы Старковой и у отца Акима святость взвесить? У кого больше? Не знаю, пока не могу. А то он у меня спросил. Он привез камушки мне. И говорит, вот камни положил на скамейки, и говорит, каким камнем был Голиаф убит. Голиаф убит. Я говорю, ты сходи в музей к филистимлянам. Там, может быть, сохранилось, а у меня нету. Я не знаю, вот тут то ли пустая, то ли еще. Нет, есть что-то. Тетя Валя, у нас лопаточки есть. Ага. Тетя Валя, на лопаточку дать, она без лопатки. На, Валя. Держи. Мы поехали, вооружились, все у нас с собой. Все, и еда, и палатка, чтобы туда не ходить.
Только воды принести тут надо будет. Есть, есть вода. Есть? Есть, есть. Ну, я не знал. Оказывается, все есть. А в туалет тут в любой куст спрячься, да и все. Ух ты! Поросенок какой. Вот она где. Ну что, надо начинать дальше. Так, вы как хотите, я пошел вдоль. До конца дойти надо. Что там? А ты за мной можешь. Я сейчас контур сделаю. Обойду вокруг. И потом будет уменьшаться это. Ну все, Володя. Угу. Как будто бы все. Тяпка лежит. Смотри, как лежит. Лезвием кверху, чтобы не промазал. Понимаешь, как вот все время у нас... Я тут нельзя ложить. Ну ладно, пускай. А, пошел я тыкву посмотрю еще. Смотри, не сломай лопату мне. Это, мило. Сильно нужны, они могут сломать. Ручка или что-то. Тут когда время идет, страшно много, никуда. Да, картошка у него хорошая, тут ботва еще зеленая. Но это в низине, потому что. О, какая тыква у него тут. Не детская. Вот моя рука, какая вот она, тыква здоровенная. Ну, вот так вот, слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вот, приехали мы к Павлу в Корщину, к брату моему попросил, потому что он поломал ребра. И вот мы пятеро пришли, это Роман. Ну, это Валя, посмотри на меня. Это Валентина, сестра моя, Валентина Тихоновна. И у Павла картошка, она чище, больше и крупнее, чем наша дома там, по Теряевке. И земля. Земля здесь, видишь, какая земля. У него шланг, он поливает все время, в любую непогоду. А там у него колодец выкопан, но он до воды не дошел, наверное. Так. Э, Володя! Ну почему же меня не ждете? Я сказал ждать. А у нас вторая партия будет, это пробная. Вот здесь трава прокосил. Я ее, эту траву, тяпкой в сторону отодвинул, утащил. Вот она лежит где. А это наши ребята торопятся. Сергей тут наверх, наверх все снято, потому что в низине там есть. Вот тут мы немного теряем. Это труба самая, которую я купил у него уже, все. Это моя труба. Так, подожди-ка, вот она как. Показать, далеко там идет мост. Мост Корщина. Там машины идут. Там налево идут машины в Ярмощиху. А это вот река течет. Река Ярмощиха называется. Ну, это там вышка телевизионная. Вот это все низина тут. Речка течет. Ну, и вот сейчас первую приготовили тележку у него. Сергей Игнатов запрёгся в нее и тащит. Тащит. А. Володя сзади. Вот так. Показывайте, куда высыпать. Покажи. Заходи. Давай. Туда, да? Павел, да, давай, выноси. Это индоутки у него. Впрочем, я хотела с вами поговорить. Так, куда дальше? Рассказывайте, куда. Забеги дальше к нему, скажи, иначе это будет неладно, что выступано. Вот, бегом, беги. Вот, заноси. А спустить вы знаете что? Вы заберите, пожалуйста, если можно. Да утки. Как Вася Толстенко говорит, узаконенное беззаконие. А там, видите, как вот огород, там низинки. Так, высыпать надо. А что надо высыпать? Да, если
200 мешков хватит? Так высыпать мешков-то нету. Чем возить-то? Мешки должны быть. Мешков не хватает у нас. Не хватает мешков? Нет. Высыпайте. Высыпать. Да, разворачивай. Высыпайте. Там как-то огородить надо. Мешков-то у них нету. Там посмотри, там разные детальки еще убрать. Тут может надо загородить будет ход досками. Найти доски. Загорожено. Да вон доска, она подойдет, смотри. Загораживай, принимай. Привезли. Смотри. Там часть туда. Они высыпают, высыпают, мешки назад. Павел Гатин, пожалуйста, можно с вами поговорить? Вот эту доску надо будет между это, надо в двери поставить. Это достаточно будет. Только куда я там ее переберу? Ну, а что такое? Собачка у них тут. Вот она подошла. Как наш шарик. Поменьше маленько даже. Все? Там лишние провода, все куда-то забросить или выкинуть. Если они не привязаны, их выкинуть на улицу. Иначе, можно. Они ваши? Не надо? Иначе, Иванович, не ваши? Мои, конечно. А? Давай. Вези. Все, теперь положи. Все, он один повезет. Так. Павел Игнатьевич, можно с вами поговорить? Да, Игнатьевич, зовет. Что, он уже то ли хлебнул, то ли что? Нет, она зовет вас. Она хочет... Меня зовет, а? Да, она хочет поговорить. Называет да ничего вас... говорить, надо... Работать. Дождь идет. Говоруны. Я с вами хочу поговорить. Сейчас... А, о чем говорить, когда дождь идет? Володя бежит вниз. Его Сергей догоняет. Грузит. И вывозить. Это парник. Пьют оба. Пьют. И утром пришел сегодня. Вот, нормально стоял, разговаривал. Пока картошку вот мы копали, уже опять в непорядке. А мы ехали тут 15 километров. Роман согласился на машине. Вот. Подкатили. Тележку грузят. Дождик начинается. Так, завязаны? Завязаны. Все. Так, Сергей, вперед. Там у него ямка в погреб, наверное, он хочет валить. Мешки назад, скажи, иначе мы уедем. Вот они вдвоем пошли, я уже не пошел. Все. Вот она, дождь идет. При дожде убираем. То есть уже выкопали, все, вот рукавишки мои лежат. Тут можно посмотреть, какие они рукавишки. Грязь течет. Это Роман. Сестра Валентина подбирает. Там тыквы. Все, тут уже капли дождя падают. Володя веревочку. Сергей Игнатов. Пошли. Это мы у Павла приехали. Тут гуси ходят. Овцы. Вот они где. Анюша. Что? Поговорить хочет с тобой. А?
поговорить, чтобы... Поговорить, я сейчас там должен заснять сначала. Володю, пошли сюда. Вот что у Павла получилось. Картошка хорошая, все, но пошел дождь, все-таки убрали, все, затащили. Валентина тут настаивала на этом. Вот даже иконка какая-то календарная. Дождь тут забрызгал. И часть унесли. Иди сюда. Капельки попали. Как-то можешь стереть их? Где? Там, на объективе видно, что нет, их нет, сейчас размажем просто. Ну, ты держи, снимай, я с ней буду говорить. Она хотела. Руки вытри где-то. Отнесли, отвезли часть картошки сюда, в погреб. Это вот соседи. Там 6 мешков только опустили, все. Все? Так, мои мешки где? Я все положил уже. Сколько их там это? Я не считал. Я знаю, что у него 9 было, остальные наши. Ну все. Так, вокруг все снимаем, комментируем. И она хотела со мной поговорить. Буду говорить, даже не разговаривать. Снимай, снимай. Спрашивают, какие ведра мы брали. А? Ведра какие мы брали? Никто, одно ведро. Я Ваню спрошу, баклажан или нет. А какое наше? Валя. Ты что брала оттуда? Ведра брали какие-то? Посуда? Ведра еще. Это вот я взяла, оно мое, вот оно. Все, сохрани. Мы сейчас выйдем, сразу обедать будем. Это... В кусты. Нет, а ведра под картошку ты брал? Я? Одно ведро. Где? Ну и потеряли. Брал оно у меня одно ведро с аппаратурой. А, ну все. Все, вилла занесли, все как надо. Знаете что, я просто с вами хотела поговорить. А что такое? Ничто. Я просто хотела спросить, а как вы книги пишете? Как? Книги как вы пишете? Как я их пишу, книги? Да. Ну, как пишу? Ну, я вот прочитала, допустим. Ну, как пишу, это как сказать, это как стихи пишут, то этот вопрос другой. У меня 3400 стихотворений. А как это пишу, я не вижу необходимость темы. Что-то делается в церкви, в государстве. Мне вопросы задают в университетах, где я преподаю. Но... Я веду передачи по радио, а ко мне вопросы. Ну, я на них отвечаю. Так вот это она... в книгах-то у вас вопрос-ответ. Ответ. Это мне вопросы, которые я веду занятия в милиции, в воинских частях, в десятках школ, в 5 университетах, 3 радиопрограммы. У меня 1000 вопросов. Я стою и отвечаю. Это же не игрушка. Представьте, 5 университетов, они мне... кафедру представляли, техникуме, десятки школ. Я отвечаю согласно Слову Божьему. Валя, это заберите. Нет, 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 Надя, не надо, не надо. Почему? Ну, не мне, не надо. Она добрая. Да нет, да, не добрая. Добрее ее нету и добрее Гуси. Телевизор, телевизор, надо, берите. Что такое? Телевизор. Ну, нет, мы не смотрим телевизор. Но... Да не в том дело, может кому-то подарите или нет, продадите, может. Я только советовал с третьего этажа вниз бросать их, телевизоры. Сколько там мерзости. Ну, у меня нет третьего этажа, может, я бы его и кинула. Ну да, мерзость всякая там. Почему? Там для этого, что, кто не слышит. Кто не слышит, прилада. Надеваешь наушники. Я не смотрю телевизор никогда и не смотрел. Я живу без телевизора, у меня интернет. Я сам поставил 8000 фильмов. Роликов, фильмы. Режиссирую их, пишу. Так вот я Паше и сказала, мне охота поговорить с вами. Ну, пожалуйста. Значит так, у него Евангелие есть? Есть. Так, каждое воскресенье в час дня в школе мы ведем занятия. Милости просим. А в какой школе? В Потеряевском. Так отсюда-то как доедешь? Не знаю. А пешком не дойдешь? Нет, не дойдешь. А вот же. А лошади? Почему нет? А он вчера мне сказал. Что сказал? Да ему потому что хирург написала. Ну вот он позвонил. Представьте все. У меня 3 грыжи на позвоночнике. Я всю жизнь на стройке. А у меня 7. О, молодец. Превзошла. Я все оставил, побежал с ними. Почему? Требуется. А я превзошла. Потому что у меня один мужик был строитель, и этот тоже строитель.
Вот видишь, он строитель, а работяга-то какой? Да вообще никак. Теперь никак. А дома-то он сколько понастроил всего. Там конца края нет, трое мужикам не сделать. Ну, если только сляпает, как не знаю где. Он, у него прививки деревьев делал, пасека. А он сейчас ходит и к этим Никитиным ходит, прививки эти делает. У него это есть талант на это. Ну, похоже, что так. Талант. Mm. Ну, вот так. Он плохо обращался с матерью, и такое вот его постигло теперь наказание. Знаете что? А у него сейчас наказание? Наказание. Страшное наказание. Бог кого лишил, говорит, разума, это самое большое наказание. Да? Даже мы приехали, картошку копаем. Представьте, люди посторонние приехали с Украины, вот это двое с Украины. Они все бросили, поехали чужому дяде копать. А он успел за это время налокаться. Нормально? Ну, я, допустим, знаю, что он припрячет куда-то, блин, куда-то ходит и... Ну что, все, поговорили маленько. Пойдемте, ага. С Господом Христом жить хорошо. Знаешь, что он тебя искупил. Господи, батюшка. Слава Христу. Да. Когда на Христа человек надеется, так, то... А вы каким крестом креститесь? А? Вы каким это крестом креститесь? Мы крестимся двумя. И я вот так. Ну, вот так. Мы здесь... А он мне, Паша, сказал, что мама ему сказала, что вот так. Мама не говорила никогда, он обманывает. Мама старообрядка, она умерла в старообрядчестве. А там молится только так. А если я, допустим, из двоеданской семьи? Ну, двоеданство это без попов. Я и на подружка была. Правильно, надо жить по Евангелию, чтобы было священство. Вот если вы приедете, ну, к нам, мы вам скажем, я адрес Барнауля, куда наши старообрядцы ездят. Барнауль у нас есть церковь. А знаете что? А вот, допустим, Паша, сейчас ему, наверное, в Барнаул опять надо ехать. А если он у вас остановится, ничего? Смотря какой он был, останавливался. Пьяный он, пусть не заходит, у нас не положено. Так он там не будет, поди пьяным. Ну, это его дело. Был и пьяный, пришел пьяный, развернулся и ушел. Господи, Боже. Трезвый. Он придет, ему дается все, чтобы ночевать. А если он избрал такую участь, это его выбор. Он о Христе слышал, проповеди, ходил в церковь, причащался. И куда залез? В бутылке утонул. А я хотел спросить, в конце огорода, там, в самом конце, перед оградой, копал он колодец копал, наверное? Да он не колодец копал. А что хотел? Он, наверное, себе могилу. Ну, тут раз хоренье хоренье. Так сказал, что 2600, говорит, отдал, чтобы выкопать ему там яму эту. И сколько отдал? 2600. А за яма-то для чего? Ну, сказал, что вроде как вода там будет. Да как же, Паша, она там будет, если речка ниже? Ну да, не, если речка лезть ниже, то надо до уровня воды копать и ниже. Ну так вот. Так он же не понимает, что я ему говорю. Он говорит, ты меня хоть маленечко когда-нибудь слушай. Вы меня простите, пожалуйста. Я не знаю. Ну мы поехали, мы свое дело сделали. Больше мы ничего не можем сделать. Дождь, сейчас ехать по грязи, нам очень опасно. Да, я там в сумочку все положила. Ну ничего не нужно. У нас все есть. С Богом. А у нас тоже все да. есть. Мы там кукурузу попоели. Ничего? Ничего. Понятно. До дорогу взяли. Ну ладно. Вы ему скажите, что вы разрешили нам кукурузу взять, чтобы он не роптал. А знаете что? Если бы вы приехали с прицепом с каким-то, ладно. Володя, тебе надо сесть впереди. Зачем? Чтобы, может быть, придется снимать что-то. Угу. Впереди. Ну давайте. Иди, садись. Да. Все, слава Христу. Быстренько.